Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Давно мы с вами не путешествовали. Знаете, куда я предлагаю вам отправиться сегодня? За Дунай. Для этого нам надо будет промчаться по широким украинским степям, переправиться через дивные весенние Карпаты, пройти с севера на юг всю Венгрию, миновать уже знакомую нам Сербию, и тогда на нашем пути, как древние исполины, встанут огромные скалистые горы. Издали они немного суровы и неприветливы, но вот подходим мы к ним все ближе, ближе, и что же видим? Даже сюда пришла уже искусница весна. Среди холодных камней и мрачных утесов пробивается юная травка. Редкие деревья надевают на себя зеленый убор. Непоседливые птицы дружным хором высылают словословие небесному Творцу. Жизнь идет своим чередом. Природа пробуждается от сна. Черногория. Так называется эта маленькая и удивительная страна. В средние века была она на Балканах крохотным островком свободы в необозримой пучине Османской империи. Хмурые скалы украсились православными храмами и обителями. Есть среди них и монастырь Острог. Когда впервые видишь его, то кажется, что монастырь буквально висит в воздухе на высоте 900 метров над уровнем моря. Нескончаемым потоком из века в век идут туда люди. Идут они к чудотворцу Василию. Кто же это такой, чудотворец Василий? Речь идет о святителе Василии Острожском. Он жил в 17 веке. Уже третье столетие тяготела над Балканами османская ига. Но православная церковь жила. Правда, как бы в плену. Но даже не это было для нее самым тяжелым испытанием. Главная опасность грозила не с востока, а с запада, из-за Адриатического моря. За ним находился вечный город, латинский Рим. Не дерзал римский папа посягать на Сербию и Черногорию, пока правили там православные князья. Но князья эти полегли в битвах с турками. И остались наши единоверные братья почти совсем беззащитными. Всю тяжесть защиты православной веры взяло на себя духовенство. Впрочем, даже некоторые епископы склонялись к унии, то есть к союзу с папой. Мол, кто же нам еще поможет в борьбе с иноверцами, как не христиане? А папа требовал только одного – признание главенства католической церкви над православными. И вот тогда раздался громкий голос святого Василия. «Никакой унии! Встанем твердо за веру наших отцов!» А ведь в то время он был всего лишь иеромонахом. Его решительная позиция подействовала. Уния расстроилась. Не пошли православные на сделку с Ватиканом. Вскоре святитель Василий, несмотря на свои 28 лет, стал митрополитом, но не в родной Черногории, а в соседней Сербии. Османские завоеватели свирепствовали там вовсю, разрушали православные храмы и монастыри, держали население в страхе. Но митрополит Василий не боялся никаких угроз. Собственными руками восстанавливал он поруганные церкви и воздвигал новые. Кстати, не без помощи православной Руси, откуда привез святой Василий много богатых даров – серебра, церковных облачений, книг. Это помогло восстановить многие храмы и монастыри, бывшие в запустении, открыть народные школы. Построил преподобный величественный храм и в своем любимом Острожском монастыре. В этой обители провел он последние годы своей жизни. А по смерти его святые мощи были обретены нетленными.
Трижды в разные годы приходилось православным черногорцам спасать их от набегов завоевателей. Помогает святой Василий всякому, кто приходит в его монастырь. Одни исцеляются от болезней, в других угасает вражда, у третьих решаются проблемы. Одним словом, уходят люди с этого островка свободы и вправду свободными. Так на этих угрюмых горах расцвел целый райский сад. Господь наделил своего святого великой силой, а главное, сделал его свидетелем истинной веры. Нет веры лучше православной, любят говорить на его родине. И святой Василий подтверждает это ежедневными чудесами. Ну вот, дорогие мои, путешествие наше окончено. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго, и храни вас Господь молитвами святителя Василия Острожского, чью память празднует завтра весь православный мир.